Європейським інвестиційним банком. Назвіть, будь ласка, ці проекти і на яку суму може розраховувати Мелітополь у рамках надзвичайної програми кредитування цього банку України? Я повторюсь, я сьогодні вже говорив на нашій першій зустрічі, нашому СНАПі, о том, что эта работа делится на несколько этапов. И общий пул на сегодняшний день внешней помощи со стороны Европейского инвестиционного банка, поддержка Европы в рамках чрезвычайной кредитной программы для развития, восстановления Украины, для Мелитополя это 360 миллионов гривен. Плюс наше софинансирование. Итого 409 миллионов будут инвестированы за 2 года в развитие инфраструктуры города Мелитополя. Сюда попадают объекты и социального характера, школы, детские сады, медицинские учреждения. И один из крупных объектов, как я уже говорил сегодня здесь, это наш ДК железнодорожников. Для мелитопольцев эта проблема, как бы и тема, известна и понятна. И нам было крайне важно выстроить работу таким образом, чтобы наши международные партнеры в нас поверили и дали эту поддержку. Мы пошли на непопулярные шаги. Мы для того, чтобы не снизить темпы реализации отдельных проектов, мы привлекли кредитные средства нашего Укргазбанка для того, чтобы мы могли в полном объеме своевременно выполнять свои обязательства. Плюс ко всему, приложили массу усилий, сконцентрировали внимание на контроле работы подрядчиков, подготовления документации, чтобы нигде, ни на секунду, с учетом разной погоды в нашем городе, в нашем климате, использовать максимально удобные месяца для реализации данных проектов. Сегодня первый этап, 2 пусковых объекта, 2 детских садика, 41 и 47, Барвинок и Березка, являются примером эффективной работы большого количества организаций, людей и, конечно же, местной власти. К концу этого года, мы уверены, мы еще ведем в эксплуатацию еще 5 объектов, куда входит 1-я образовательная школа. Начнем работы по таким серьезным объектам по принципу реконструкции 23-й нашей старой школы, которую мы уже прошли, этап 8-й городской образовательной школы. Наши медучреждения также получат финансирование и поддержку. Итогом работы за 2 года будет 15 крупных инфраструктурных проектов, которые никогда без поддержки Европы городская власть усилиями своего собственного бюджета, усилиями даже бюджета областного не смогла бы реализовать. Это надо понимать, это надо знать, это надо эту поддержку надо оценивать и относиться к ней очень уважительно. Поэтому так много внимания сегодня. Мы говорим о наших партнерах, о тех организациях, которые находятся с нами.